Модный уикенд. 9 и 10 марта в Чите пройдет первый забайкальский открытый фестиваль «Аль-конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров среди молодежи». Специальный гость проекта – ведущий дизайнер России и мира Игорь Чепурин. Демонстрировать одежду на конкурсе будут молодые читинки. Кастинг моделей прошел накануне во дворце молодежи «Мегаполис». Подиум, высокие каблуки, умение подать себя. Модели отбираются по известным мировым стандартам 90-60-90 и рост выше 170 сантиметров. Из 60 желающих выбрали всего 20. Именно они продемонстрируют одежду и аксессуары на фестивале-конкурсе. Создатели модного уикенда планируют привлечь к участию как можно больше творческих людей. Это будут и школьники, и студенты, занимающиеся моделированием одежды, обуви и аксессуаров, а также молодые дизайнеры и даже целые студии и театры моды. Как это водится, в таких конкурсах есть определенные номинации. Это номинация «Высокая мода». Ну, кто как может придумать, сконструировать, да, предложить новую архитектуру одежды. Это будет этномода, поскольку наш край, он, конечно, политрадиционный. Это будет дресс-код, одежда для офиса, одежда для школы. Кроме того, у нас будет конкурс эскизов. Могут пробовать себя не только шьющие люди, да, те, которые изготавливают одежду, но еще и рисующие. Изюминкой модного уикенда станет участие специального гостя проекта. У российского кутюрье, ведущего дизайнера России и мира Игоря Чепурина сегодня одеваются звезды российской эстрады, бизнесмены и политики. Известно, что в его костюмах танцуют балет в Лондоне, выступают гимнастки на Олимпийских играх. Именитый кутюрье возглавит жюри конкурса, а также проведет мастер-классы. Словом, подиум еще никогда не был столь привлекательным для читинцев и сибиряков. Ведь для участия в фестивале приглашаются дизайнеры не только из Читы, но и Улан-Удэ, Иркутска и других городов региона. Заявки принимаются до 6 марта. Проведем модный уикенд вместе. Марина Кузнецова, Дмитрий Пинигин. Время новостей.